Если вам понравится видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Для редактирования нам необходима программа Bazard. Скачиваем ее, заходим, нажимаем «Создать». Далее открываем фото. Заходим в галерею, выбираем любую фотографию, с которой хотим вырезать фон. В самом низу у нас появляется окно с инструментами. Нажимаем кнопочку «Вырезать», которая находится в левой части. Нажимаем кнопку «Ластик». И у нас появляется красная область. Это та область, которая пропадет. Начинаем вводить до того момента, пока мы не вырежем все то, что хотим, чтобы пропало. Для лучшего эффекта и чтобы не осталось остатка предыдущего фона, мы можем также фотографию приблизить. И тогда нам будет удобнее вырезать мелкие объекты. Например, вот как возле уха, будет тяжело не отрезать часть моего тела. Рекомендую вводить ластиком по экрану не одним нажатием, а периодически отпускать, так как иногда вы можете удалить ненужный вам объект. На такие случаи с левой стороны есть кнопочка «Отменить». При помощи нее вы можете отменить ненужное вам нажатие либо действие. На первый взгляд эта процедура вам покажется тяжелой, но с опытом, поверьте мне, вы привыкнете и будете очень быстро обрабатывать фотографии. Это видео идет всего-навсего 3 минуты. И вот наконец-то все красное, мы все вырезали. Проверяем, не осталось ли ненужных объектов нам, которые необходимо вырезать. Далее с правой стороны нажимаем кнопку «Применить». А потом нажимаем также справа «Плюс» и нажимаем «Галерею» и выбираем необходимый фон. У нас появился необходимый фон. Длинным нажатием зажимаем его и нажимаем кнопочку «Вниз». И выставляете, как вам нравится. Если на этой фотографии вам все нравится, вы в правом верхнем углу нажимаете стрелочку «Сохранить». Как видите, появляется «Сохранить в галерею» и все готово. И давайте проверим, сохранилась ли фотография у нас в галерее. Да, все ок, фотография есть. Если вам все понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите комментарии.